қайырлы күн құрметті әріптестер орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан тікелей көрсетілімді бастаймыз бүгін еліміздің денсаулық сақтау министрлігінің ағымдағы қызметі туралы атап айтқанда мжә жобаларының жай күйі медициналық техникаларды орталықтандырып сатып алу және вакцинация мәселелері туралы сөз қозғаймыз алаңымыздың құрметті қонақтарымен таныстырып өтейін қазақстан республикасының денсаулық сақтау вице министрі жандос бүркітбаев денсаулық сақтау министрлігі медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің төрағасы бауыржан байсеркин дәрілік саясат департаментінің директоры бауыржан жүсіпов және ск фармация жсш басқарма төрағасы ерхат есқалиев құрметті спикерлер алаңызға қош келдіңіздер жандос мырза сөз тізгіні өзіңізде мархабат. құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері 2022 жылдың 8 ақпанында үкіметтің кенейтілген отырысында берілген тапсырмалардың орындау бойынша денсаулық сақтау министрлігі қабылдап жатқан шаралар туралы баяндауға рұқсат етіңіздер біріншіден қасым Жамарт, Кемел кемелұлы тоқаев денсаулық сақтау жүйесінің ресурстарының атап айтқанда жиырма аурухананың құнын мемлекеттік жекеменшік серіктестік арқылы қайта қарау керектігін ерекше атып өт айтып өтті министерство здравоохранения планирует строительство пяти университетских больниц в городах Алматы, Шимкен, Караганда, Ахтубе, Нурсултан, а также трех, трех многопрофильных в городах Туркестан, Петропавловск и Кокшетау. Строительство запланировано на, до 2025 года на первом этапе реализации национального проекта «Здоровье нации». Эти объекты будут построены для оптимизации перечня республиканских проектов ГЧП. При этом остальные 12 проектов будут поэтапно внедряться с 2026 года. Совместно с заинтересованными госорганами будет определена стоимость, предельная стоимость одного квадратного метра строительства больниц. Также будет определена финансовая модель. Мы уверены, что эти поручения позволят выработать предложение по единому подходу и оптимальному варианту реализации программы по строительству больниц. Сейчас в приоритете строительство университетских больниц. Это связано с необходимостью обеспечить кадрами всех остальные проекты, а также позволит применить на практике принцип триединства образования, науки и практики. Второе. Глава государства поручил перейти на централизованный закуп медицинской техники на базе СК «Фармация». В 2021 году главой государства Министерства здравоохранения было поручено провести инвентаризацию имеющегося медицинского оборудования в стране. Министерством здравоохранения впервые проведена масштабная инвентаризация. По ее итогам уровень оснащенности организации здравоохранения составляет 83%, износ медицинской техники составляет 49%. В рамках инвентаризации модифицирована информационная система управления медицинской техникой. В результате создана интерактивная карта по оснащению медицинским оборудованием медицинских организаций. При этом в интерактивной карте мы видим каждое медицинское оборудование во всех организациях страны. Информацию по износу осуществляет постоянный мониторинг текущего состояния оснащенности в разрезе регионов, вплоть до уровня районов и первичной медико-санитарной помощи. В настоящее время Основными проблемами системы обеспечения медицинской техники является недостаточность оснащенность и высокий уровень износа имеющего парка оборудования, разброс цен при закупе медицинской техники на местах, отсутствие доступных механизмов лизинга медицинской техники, недостаточность развития отечественного медицинского приборостроения. Сейчас в этом сегменте присутствуют предприятия, такие предприятия, как Тюбринген, «Медказмедприбор» и другие предприятия. Для решения указанных проблем планируется осуществить централизованный закуп медицинской техники на базе ТОСК «Фармация». Два этапа. На первом этапе планируется внесение изменений нормативно-правовых актов, регулирующих организацию и проведение закупа медицинской техники. Далее планируется унификация технической спецификации медицинской техники. Для обеспечения прозрачности будут доработаны информационные системы на площадке Центра электронных финансов Министерства финансов и автоматизация сборов заявок проведение электронных закуп в первом полугодии 2022 года. Кроме этого, планируется утверждение решением правительства программы оснащения медицинской техники на приоритетные направления до 2025 года. На втором этапе мы планируем совместно с отечественными и зарубежными производителями медицинской техники проработку вопросов локализации производства, разработки механизмов долгосрочных договоров, внедрение практику закупа механизмов контрактов жизненного цикла и закупа медицинской техники для комплексного оснащения по приоритетным направлениям под ключ. Хотим отметить, что реализация этих мер позволит достичь следующих результатов ⁇ обеспечить прозрачность планирования и закупа медицинской техники повысит уровень оснащенности необходимым медицинским оборудованием, снизит стоимость закупаемой медицинской техники за счет консолидации закупа и унификации технических заданий, повысит качество сервисного обслуживания и обучения кадров, увеличит долю отечественных товаропроизводителей на рынке медицинской техники. В соответствии с поручением главы государства в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Республике Казахстан активно проводится кампания по вакцинации населения – в настоящее время вакцинированы более 10 миллионов человек первым компонентом, 9,4 миллиона человек вторым компонентом. В 2021 году Министерством здравоохранения приобретены следующие вакцины. Спутник ВИ – 12,8 миллионов доз. Казвак – 2,4 миллиона доз. Хаят Синофарм – 1 миллион доз. Синофарм 4 миллиона доз, Синовак 500 тысяч доз, Пфайзер 4 миллиона доз. Таким образом, в 2021 году Министерством здравоохранения в целом обеспечено более 24,8 миллионов доз вакцин против коронавирусной инфекции. Из них 4 вакцины зарегистрированы во Всемирной организации здравоохранения. В текущем году для ревакцинации населения уже поставлены вакцины. Козвак 500 тысяч, Спутник Лайт 150 тысяч доз. Карагандинский фармкомплекс данные вакцины передал на безвозмездной основе. Синофарм 2 миллиона доз. В дальнейшем планируется поставка отечественной вакцины ежемесячно по 500 тысяч доз. Ну и закуп вакцин мы, конечно же, будем планировать, исходя из темпов реавакцинации. Кроме Денсалух Сахтау Жене Ске жаткан Жобалармен Турала Внюма Хавардаб и Проблема Ларбар и Кеннепсблемс, Сондаяк, Оларден, Щищу, Бар. Уважаемые господа журналисты, команда Министерства здравоохранения будет регулярно информировать вас и общественность о реализуемых проектах и мерах. Мы понимаем, что проблемы есть, как и есть пути их решения. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и, кроме того, вне рамок данного брифинга. Также можете направлять нам вопросы, комментарии, обратную связь руководителем нашей пресс-службы через Аслиль Артыкшинову. Спасибо за внимание. Спасибо за предоставленную информацию, уважаемые спикеры, также уважаемые коллеги. Мы переходим к сессии вопрос-ответ. Я напоминаю о регламенте. Время пресс-конференции ограничено. Каждому журналисту дается возможность задать два вопроса. Прошу строго придерживаться регламента. И первый вопрос, Жан Доскунысович. Скажите, пожалуйста, когда будет вакцина Pfizer доступна на платной основе? Ну, а... Спасибо за вопрос. Если вы позволите, я в развернутой форме постараюсь дать ответ. Во-первых, у нас на сегодняшний день первым компонентом вакцин получили более 10 миллионов человек. Если говорить в абсолютных цифрах, то спутник ВИ получили 6,3 миллиона, Казвак получили порядка 800 тысяч населения, Синофарм получили 1,8, Синовак получили 250 тысяч человек, Файзер получили 770 тысяч человек. И из этих вакцин 4 вакцины имеют возрастский сертификат. Отсюда сделать можно вывод, что на сегодняшний день население Республики Казахстан имеет выбор вакцинации и ревакцинации. И по компании Pfizer, к сожалению, не дает нам согласия на, 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 на платную вакцинацию. Это связано с тем, что компания Pfizer считает, что... Оно приведет к конечном итоге к косвенной перепродаже. А в рамках договора, заключенного между Министерством здравоохранения и компанией Pfizer, косвенная перепродажа не разрешается. В этой связи мы пришли к решению, что платная вакцинация Pfizer невозможна. Более того, хотел бы сообщить, вчера буквально решением МВК принято решение о ревакцинации людей с ограниченными возможностями и людей старше 50 лет. Спасибо. Спасибо. Также немаловажный вопрос. Как регулируются цены на лекарственные средства? Почему растут цены на лекарства? Спасибо за вопрос. На сегодняшний день для недопущения роста цен лекарственных средств Министерством здравоохранения определены предельные цены. Данные вопрос регламентируется приказом Министерства здравоохранения, который принят 29 декабря 2021 года. В рамках определения предельных цен, предельные цены определены по 770 наименованиям лекарственных средств. И если исходить из анализа, 90% лекарственных средств цены не повысились. По 10% цены повысились, но мы исходили из того, что по данным позициям, исходя из анализа мирового рынка, были повышение цен. И для того, чтобы их в дальнейшем не потерять на рынке Республики Казахстан, мы были вынуждены согласиться с повышением цен на эти 10%. 10%. Это где-то получается 300 с чем-то наименований лекарственных средств. 6600 лекарственных средств, это получается 90% лекарственных средств, на них повышения цен лекарственных не было. Более того, по ним по 90 позициям даже у нас есть понижение цен на 14%. Вот на сегодняшний день по регулированию цен на лекарственные средства ситуация именно такая. Данную работу мы проводим совместно с нашими коллегами, с агентством по защите конкуренции. Спасибо. Спасибо за разъяснение. Перейду к вопросам журналистов. Юлия Волкова, Первоканал Евразия с нами на прямой связи. Здравствуйте, меня слышно? Здравствуйте, да, ваши вопросы. У меня такой вопрос, меня и моих коллег интересует такая ситуация. Вопрос по ОСМС. Например, человек сменил работу, перешел с одной работы на другую, но между этими назначениями, так сказать, у него был перерыв 2-3 месяца, и он в это время не работал. Как в таком случае он будет пользоваться услугами ОСМС? Вполне возможно, что у людей, допустим, есть какие-то кредиты, и они в первую очередь начинают их погашать и не платят вот эти вот взносы ОСМС в течение двух-трех месяцев. Вот как им поступать и будут ли они получать медицинскую помощь? Спасибо за вопрос. На данный вопрос я предлагаю адресовать этот вопрос. Бауржан Алишевич, пожалуйста. Директор департамента. Если можно, если можно, на казахском и на русском, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Да, здравствуйте. Спасибо Спасибо за вопрос. В целом, ну, вы знаете, мы принимаем. Министерством принимается в целом системные меры по доступности населения к медицинской помощи. То есть, как вы знаете, у нас есть определенные два пакета медицинской помощи. Есть пакет помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской. В принципе, он обеспечивается всему населению. Вся та медицинская помощь, которая предусмотрена в этом пакете, она обеспечивается бесплатно за счет средств республиканского бюджета. Есть категория населения, то есть категория медицинской помощи в рамках ОСМС, то есть он обеспечивается застрахованному контингенту. Но вы знаете, согласно нашему, нашему законодательству внедрена система обязательного социального медицинского страхования, то есть в целом все граждане они должны оплачивать страховые взносы и, соответственно, получать всю необходимую помощь. Что касается вашего вопроса по поводу перерыва 2-3 месяца, дело в том, что у нас в рамках законодательства уже предусмотрены такие моменты, что если человек оплачивает взнос э, с перерывом, то есть был определенный перерыв э, в оплате взносов, он может как, оплатить заново взносы но, э, то есть и покрыть те долги, которые были у него, и, и дальше он может, соответственно, всю э, медицинскую помощь планую, которую предусмотрена в рамках ОСМС, он получать. То есть у нас э, как бы такие меры, они уже предусмотрены. Тем более э, есть определенные э, категории граждан, то есть это есть и страховые взносы, есть э, единый совокупный платеж, то есть там определенные определенные суммы, то есть есть такие инструменты, которые позволят нашим гражданам получать всю медицинскую помощь в рамках ОСМС, ну, в которую они хотели. Можно уточнение? Получается, я имею в виду, в этот перерыв, если ему что-то сверх БМП понадобится экстренное, он получит эту помощь? И каков максимальный вот перерыв, максимально возможный, чтобы вот люди знали и не тянули, например? Вот смотрите, я бы хотел отметить, вся экстренная медицинская помощь входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. То есть в любом случае, План, если экстренная да, человеку нужна помощь, он, будет, он получит эту помощь бесплатно, вне зависимости от статуса застрахованности. Если же понадобится плановая медицинская помощь, которая предусмотрена в рамках ОСМС, то, соответственно, человеку надо будет оплатить страховой взнос, и после этого он получает доступ к этой помощи. А если денег совсем нет, вот не устроился еще на работу? Ну, я как бы хотел бы объяснить все-таки, да, ну, у нас, я говорю, есть разные инструменты. Если человек безработный, то он входит в ту категорию населения, за которых страховые взносы оплачивает государство. Для этого он должен зарегистрироваться в специальных, ну, это наши mm -hmm. центры обслуживания населения. и соответственно если он будет иметь статус безработного официально то за него взнос соответствующий будет платить государство то есть этот механизм он mm -hmm. у нас предусмотрен mm -hmm. можно казахша, пожалуйста рахмет жалпы медициналық сақтандыру қорындағы қызмет көрсету медициналық қызмет көрсету бойынша бүгінгі таңда бізде медициналық қызмет тегін медициналық кепілдендірген көлем шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру Ә, есебінен төленеді ә, ендігі бізде ә, барлық ә, халық ә, еліміздің азаматтарына мына ә, тегін кепілдендірілген медициналық көмек көлемі тегін көрсетіледі ол республикалық бюджеттен қамтамасыз етіледі оның арнайы қаржыландыруы бірақ мына міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бұл әрине тек қана сақтандырылған азаматтарға азаматтарға қарастырылған бірақ айтып өту керек біздің заңнамаға сәйкес әр азамат бізде ә, міндетті медициналық сақтандыруға өзінің, өзінің жаңағы айтады орысша айтқанда взнос дейді ғой оны міндетті төлемін төлеп отыру керек егер де ө, осы төлем төлемде біршама уақыт үзіліс болған жағдайда онда азамат сол төлемді қайтадан бастап с жаңағы әлеуметтік медициналық сақтандыру төлемін егер де бастаса сонда медициналық қызметке Хуналад, а Сафтандру Роснами и Централ Козметиков Хуналад. Второй вопрос. Короткое уточнение, коротенькое. Вот максимальный все-таки перерыв, в течение которого можно вот задержать, да, вот эти взносы по ОСМС, сколько это полгода, там, год, ну, чтобы люди тоже были в курсе. Давайте уточним, еще, может быть, письменно ответим по этому поводу, если есть возможность. Хорошо, спасибо. Если вы позволите, мы по данному вопросу Министерство здравоохранения в письменной форме дополнительно вас проинформирует. Хорошо, спасибо. Юлия, есть ли у вас второй вопрос? Uh, все, спасибо, у меня mm -hmm. все. До свидания, если нет вопросов, переходим к следующему журналисту. Амина Смакова, «Информбюро Кизет. Здравствуйте. У нас несколько вопросов. Первый по поводу нашего Крагонинского фармзавода. Вот уже, например, в Бразилии заявили, что они начнут скоро производить спутник Light, то есть на экспорт. Скажите, пожалуйста, а когда наш завод начнет? Они в январе заявляли, что они уже даже тестировали, пробовали, готовы производить вакцину Light. Ждут только разрешение от Минздрава, от Машку. Скажите, пожалуйста, когда вот это начнется? Может быть, уже есть какой-то план? И второй вопрос: те казахстанцы, которые получили прививку в России "Спутник", то есть да, они там привились, они потом могут туда въезжать без ПЦР? И еще один вопрос уточняющий по Pfizer. вот не могли бы еще раз прокомментировать более точно по вот этой перепродаже, ну, как, чего они боятся или почему? Спасибо. Спасибо за вопрос. По поводу Карагандинского фармкомплекса. На сегодняшний день, да, действительно, большая работа у нас проводится с ними. Как я отметил в своем докладе, по спутнику ВИ порядка 6 миллионов доз, более 6 миллионов доз мы именно отечественного производства, произведенного на Карагандинском фармкомплексе, были поставлены по республике. Более содержательно по данному вопросу по спутнику Лайт ответить Балжан Саджанс. Байсеркин. Спасибо. Спасибо большое Амина за вопрос. Да, действительно, у Карагандинского фармкомплекса есть планы по выпуску данной вакцины из субсидций, которые будут поступать из Российской Федерации. И на сегодняшний день мы данную вакцину уже зарегистрировали. На сегодняшний день по Карагандинскому фармкомплексу у нас вопросы по разрешительным документам уже практически решены, и идут производственные процессы по организации именно выпуска этой вакцины. И мы надеемся, что в ближайшее время спутник Light на Карагандинском фармкомплексе уже будет выпускаться. То есть каких-либо непреодолимых вопросов нет. И на сегодняшний день они заявили, что именно данная продукция будет обеспечиваться для граждан Казахстана вот именно в программе по вакцинации. Спасибо. Спасибо. Вот второй вопрос по нашим казахстанцам, которые привились в России, они туда без ПЦР могут въезжать или нет? Коллеги, вот буквально вчера прошло заседание межведомственной комиссии и в рамках текущей ситуации по прогнозам по заболеваемости и по заболеваемости населения COVID принято ряд ограничений, где граждане, которые привились спутником ВИ и которые въезжают в Казахстан, это граждане Казахстана, для них обязательного наличия ПЦР-анализа не требуется. Буквально на днях это решение будет оформлено и будет доведено до вашего сведения. А, нет, нет, это мы поняли. Мы имеем в виду вот вообще казахстанцы, которые где-то за границей получили вакцину. Вот, например, в частности, в России они привились. Они могут туда въезжать без ПЦР, то есть без ограничений? Вообще наши за границей, когда получают вакцинацию, как сейчас это будет? Спасибо. Ну, по данному вопросу, по странам, которые будут признали именно вакцину «Спутник Ви», под каждой стране это решается вопрос индивидуально. Если вас интересует, какая отдельно выбранная страна, по разрешительным вот этим вот функциям мы можем в письменном виде тоже про проинформировать, по каким странам, какие требования на въезд и выезд требуются. Спасибо. А конкретно, спасибо большое, конечно. А скажите, именно по России, если они там спутник получили, может быть, у вас есть информация именно по России? Так, по Российской Федерации те граждане, которые получили вакцинацию спутник Ви на территории Казахстана, эта вакцинация тоже признается у нас в республике. Угу. И они тоже могут спокойно привитые там. Наши казахстанцы снова едут туда, спокойно въехать. Давайте этот вопрос я уточню. И Все хорошо. Вам про, про Спасибо. Да. И теперь да. еще последний уточняющий по Pfizer. Скажите: они вот вы говорили косвенная перепродажа? Можете пояснить? Они как опасаются чего? Так и непонятно как это будет. Спасибо. Спасибо. На данный вопрос Бауржан Алишерович, дополнение дайте, пожалуйста. Да, спасибо за вопрос. Ну, как Жан действительно отметил, у нас в рамках договора предусмотрено, что перепродажа запрещена. Ну, здесь со стороны компании вопрос ставится таким образом, что компания на сегодняшний день вакцину, собственную вакцину предоставляет для всех стран, для бесплатной вакцинации со, ну как бы страны для того, чтобы обеспечить доступ к этим вакцинам. То есть у них такие обязательства перед соответствующими Всемирной организацией здравоохранения и как заверяют сотрудники компании, данная практика применяется во всех странах, поэтому как бы они дают не дают разрешения на вакцинацию на платной основе не только у нас, но и в других странах, где эта вакцина была поставлена. Если позволите, я дополню, дополню. Данный договор с компанией Pfizer, а компания «Файзер» является крупной транснациональной компанией, и изначально были подходы по заключению договора именно на правительственном уровне. В этой связи у компании Pfizer подход, это не только в нашей стране, как отметил мой коллега Бауджар Алишеревич, по всем странам именно такой подход. То есть они, это само решение компании, и они по всем странам именно такое решение диктуют на сегодняшний день. Спасибо. Спасибо, Амина. Да. Уважаемые коллеги, касательно Pfizer, не первую пресс-конференцию поднимается данный вопрос, и сегодня дали подробное разъяснение, поэтому прошу больше не возвращаться к этому вопросу и не занимать эфирное время. Рахмет.